Детско-юношескую школу номер 2 города Архангельска, тренер Алексей Цинис, Николай Прудов. Салатан имеет третий юношеский разряд и технический разряд «Зеленая перчатка». Представляет спортивный клуб «Фортерас» тренер Сергей Токузидин. Thank you.
в этом бою мнения судей разошлись. И со счетом судейских записок 2-1 победу одержал Геворг Акопян. Федор Янсен будет боксировать.